Вроде я на месте. Надеюсь, меня еще не заметили. Неспокойный некрополь. Занятно.
самая лучшая броня. Мне что-то мешает. Ha ha ha.
Нужно быть осторожным. Thank you.
Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Huh?
там происходит? Что? Надеюсь, меня никто не заметит. Меч Афининина у рыбы меч. Отправляйся к своим рыбам. А вот, похоже, и меч. Меч и броня Афининина у меня. Осталось только вернуть их ему. Thank you.
Прекрасно помню, как Деймос разбила мне голову. Благодаря Деймос я сделался бессмертным. Я убью тебя, а потом Деймос. Эпиктет, сестра убила его, чтобы спасти меня. Huh?
Запах битвы не меняется. Друг воин, смерть настигла тебя на поле боя, как и меня. Я подарю тебе славную смерть. Сражаться голыми руками? В этом нет чести. Ликуй, твоя броня и твое оружие у меня. Он словно другой. Ха, ты привыкнешь к нему. Я воевал, чтобы защитить свой дом от спартанцев. Скажи, мы спасли Афины и афинский народ?
Да, спасли. Радостная весть. Что ж, даруй мне покой. Не жалей меня, Фининин. Сделаем то, что должно. Ugh.
просит. Мне здесь не место! Теперь твой черед! Брасит! Это я, Алексиос! Я! Твоя манера драться мне знакома. Мы вместе сражались против Афинин при Пилосе. Все поле боя пылало огнем. Меня сразила непобедимая рука. Та же, что отправила меня сюда. Алексиос? Рад видеть тебя, мой друг. Друг? Друзья помогают друг другу. Но ты печешься лишь о себе. Обо мне, о других людях ты даже не думаешь. Ты всегда любил Спарту больше жизни. Но тебе не кажется, что Спарте никогда не было дела до нас? Нам нужно отринуть прошлое. А что ты здесь делаешь? Разве ты мертв? Нет, пока еще нет. У меня есть нечто, принадлежавшее моему отцу. Настоящему отцу. Жезл. В нем есть сила. Меня прислали сюда, чтобы ее подчинить. Сила? Долго рассказывать, но я искал ответы по всему Элизию. И вот теперь я здесь. Ты был в Элизии? Почитай богов, чти Спарту, держи свое слово, и Элизий твой. Отец твердил мне это в детстве, и за всю жизнь я ни разу не нарушил этих правил. Посмотри, какое мне досталось посмертие. Если кто-нибудь и заслуживает Элизия, так это ты. Тогда почему я здесь? Тебе стоит поговорить с Аидом. Это была его воля. Я заслужу Элизии лишь при одном условии.
если одолею своего врага. Деймос. Деймос. Брасит, ты не сможешь сразиться с ней здесь. Почему? Деймос еще жива. Аид обманул тебя. Неважно, рано или поздно она явится. А что Аид сказал тебе? Он сказал, чтобы ступить в Элизий в смерти, сын Спарты должен бросить вызов тому, что победило его в жизни. Будь прокляты, боги. Вечно они говорят загадками. Но думаю, ответ на первую из них я знаю. А именно? Сын Спарты не бросит вызов врагу без своего щита. Нужно найти твой щит. Он в гробнице забвения. Я пытался забрать его, но Аид послал туда стражей, когда какой-то Малако убил Цербера. Этот Малако я. И теперь должен служить Аиду. Почему я не удивлен? По твоей милости здесь теперь непросто. Я не был верным другом прежде. Позволь мне стать им теперь. Мужество изменяет мне в царстве мертвых. Я надеялся, что мне не придется встретиться с Деймос. Что ты знаешь о гробнице забвения? Там лежат доспехи, трофеи и оружие бесчестных воинов. То, с чем их погребли, но чего лишили потом в царстве мертвых. Как я узнаю, какой щит твой? Неужели ты не помнишь? На нем цвета Спарты, он был со мною во многих битвах. Тяжесть щита поможет тебе снова стать собой. Помни, бери только мой. Возьмешь чужой, накликаешь беду. Ugh.
Хэла. Это тут.